Влад. Так я себя чувствую, как звезда. Хочешь быть счастливым? Танцуй. Вот так, звездочки, аплодисменты. Грицкая Богдана. Танец – это твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание. Это ритм твоей жизни. Это выражение во времени и движении. В счастье, в радости, грусть и зависть. Это самовыражение, где слова становятся просто лишними. Спасибо, спасибо. Петрищук София. Моє захоплення – це танці. Я танцюю з 6 років. Мені це дуже подобається. Я перед кожним виступом я хвилююся. Але коли починає звучати музика, я поринаю у світ краси танцю. Мені хочеться донести цю красу глядачам. Східний танець дуже чарівний і навіть загадковий, тому, мабуть, і зачарував мене своєю красою. Я хочу розповісти вірш про східний танець. Лєйся, лєйся, музика чарує, навівай восторг і благодать. Я тебе востоком околдую, і тебе уже не устоять. Спасибо, у нее получается. Мы не можем спокойно и равнодушно смотреть на восточные танцы. Я приглашаю Свидер Диану. И не забываем аплодировать, им так нужна ваша поддержка. У каждого человека есть свои хобби. Что касается меня, у меня тоже есть хобби. Но сказать, что это хобби, уже нельзя. Это часть моей жизни. Я уже с 5 лет начала заниматься танцами, и мне это нравится. Говорят, что танцы – это язык, на котором можно разговаривать со всеми. И я с этим согласна. Я не представляю свою жизнь без танцев. Спасибо, спасибо. Бугаева Богдана! Здравствуйте всем. Хочу вам прочитать свой стих, который сама написала. Я знаю, танец – моя жизнь. Лишь только им я пишу свои страдания. Мой выбор не окажется иным. Я так решила, до свидания. В потоке танца я несусь. Он поглощает мою душу. Назад я больше не вернусь. И клятву жизни не нарушу. Прощаю все то, чем я жила. И клятву жизни не нарушу. Прощаю все то, чем я жила. Я начинаю жизнь сначала. Сегодня ночью я ушла, а завтра жизнь начну сначала. Спасибо. Нет, спрашивается, чего ты волнуешься? Аплодисменты нам под самая лучшая поддержка, да? Чтобы не волновались наши участницы. Басниченко не готова. Дегтяри Екатерина.